Раз, два, три. Есть! Вот это да! Я посвящаю тебя в рыцаря настоящего. Спасибо тебе, повелитель. Пожалуйста. А что это такое у нас? Это у нас заключенных сюда. Да. Игорюша, все, закован в эти, да? Да. Кандалы. Какой средневековый ужас. Ребят, смотрите, здесь очень... Очень узко и темно. А тут где-то был синий солдат, наверное. Ой, я ничего не вижу. Я тоже не вижу. Мы что, где? Наверх поднимаемся, давай. Ребят, ну вот вы и на высоте. И здесь кости даже есть. Вот, на высоте мы пришли на самую высокую часть, по-моему, крепости, да? Да. Кости какие-то лежат, ай-яй-яй. Вот она крепость, да, ребята. Как тебе крепость-то? Да. Вот средневековые-то жили. Да. Идем дальше. Ребят, смотрите, вот где. Давай, что-то мы еще выше, по-моему, поднялись. Ага. Давай. Держись за канаты. Вот какие бойницы здесь. Оттуда видно весь двор. Видно двор-то? Да. Ребята, со мной. О как. Идем из-за Игорюши дальше. Да. Держись за канат. Ух ты, вот это вид. Вот это вид, ребята. Не зря поднимались мы. Вот это вид. Так, куда ты? Игорюш, ты куда спрятался? Никуда. А мы с той стороны будем выходить, или ты с этой хочешь? Ну, давай, сейчас я тогда вот здесь покажу ребятам, как же. Невысоко? Как мы высоко? Высоко, высоко, высоко. О, как. Бойницы. Высоко, высоко, высоко. Бойницы такие, да? Ребят, обратите внимание вниз, там шахматная доска. Вот это, ребята, шахматная доска огромная. Да. Вот раньше в средневековье играли. А вот, смотри, средневековый идет. О, какой. Замок, да. Ну что, пойдем с той стороны зайдем? Да, а здесь можно пройти, интересно? Да. О, какие сиденья. Здесь заседали какие-нибудь кардиналы. Да. Ты король. И какие, посмотри, мечи. Повелеваю вам, рыцари, уничтожить немецких рыцарей. Я посвящаю тебя в рыцаря настоящего белоснежного. Спасибо тебе, повелитель. Пожалуйста, обращайся ко мне. Иди за мной, главный рыцарь. Иду за тобой, повелитель. Хорошо. Во дворе, конечно же, домашний скот, да? Не настоящая лошадь, зато козы настоящие. Кушает! Ура! О! Теперь ты на коричневом коне сражаешься с рыцарем, который будет на белом коне. Попробуй пройти, Игорюха. Да. Давай, посерединке. Давай, пробегай быстрее. Раз. Два. Три. Есть. Еще хочешь? Вот это да! Мощно! Да? Ну-ка, дай пять. А тебе было страшно? Ребят, смотрите, вот и бабахнула эта пушка. А вот она и пушка, собственно, да. Которая только что... выстрелила. О, какая. Такая. Маленькая, да удаленькая, да? Да. Поехали. Что, не едет? Давай, толкнем тебя.
смотрите, ребята, новое задание. Нужно попасть вот этими кольцами на рога. Держи. Да. Держи свою. Я это легко попаду. Ты думаешь, легко попадешь? Давай. Почти. Давай. Нет. Опа-на! Руки подними, а то занозы будут. Ребята, средневековая карета. Да, средневековая горку мы прошли. Ты же повелитель, поэтому. Да. Мы, естественно, купили меч. Давай покажем ребятам, какой меч мы средневековый купили. Во какой. Он деревянный, но выглядит как настоящий. Да. Вообще деревянные игрушки это классно. Поздравляю тебя. Спасибо. Теперь можно защищаться. Остался еще щит потом подобрать, да? Да. Ну что, вот такой вот замок. Вот я такой крутой. Сломается. А деревянный крутой, да. И безопасный. А пластиковый нет, мне не нужен. Сразу хотел себе деревянный, да. Меч. Ну что, на сегодня это все? Да. Мы были в городе Раквары. Раквары. В Эстонии. Да. Понравилось? Понравилось. До новых выпусков. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игрушин.